Соцсеть «Эльдорадо» представляет топ-5 подарков на Новый год, которые сейчас самые актуальные. Беспроводные наушники номер один. Bluetooth-наушники, в принципе, удобное устройство. В мороз очень актуально. Провода на холоде замерзают и становятся хрупкими. Легко ломаются. Наушники могут длительное время работать без подзарядки и обладают отличным качеством звучания. Еще одна популярная категория – колонка с голосовым управлением. Умная колонка разбудит любимые песни или включит радио. Ответит на все ваши вопросы или напомнит о срочных делах. Включит любимые фильмы или мультфильмы. Для женского пола популярным подарком являются мобильные гаджеты, которых в нашем магазине огромный ассортимент. Ну а для мужчин отличным подарком станет телевизор, на котором можно просматривать любимые фильмы всей семьей. Вместе с «Эльдорадо» даже работа по дому может стать очень приятной. Всегда можно подобрать недорогого помощника. Еще один вариант подарка – беспроводной вертикальный пылесос. Данные пылесосы превосходят по характеристикам привычные нам проводные пылесосы. Они легче, маневреннее, за ними проще ухаживать. Ну а если вы не хотите совсем прикладывать усилий для уборки, вам подойдет робот-пылесос, который сделает все за вас, даже ваше отсутствие. Именно в октябре в «Эльдорадо» проходит большое количество акций с реальными скидками от обычной цены. Они привлекают покупателей, которые уже задумываются о подарках на Новый год. Все ждут вот новогодних скидок, но, как правило, акции они уже идут до Нового года. Вот, это большинство акций, продавцы рассказывали. И поэтому сейчас, в принципе, не так уж много народу, вот этой толчи нет. Поэтому сейчас удобнее сейчас все это купить, чем ближе к Новому году, когда бегаешь, не знаешь, что выбрать, хватаешь все подряд. Дополнительные бонусы могут получить те, кто решит обменять свою старую технику на новую. Мы в «Эльдорадо» чувствуем ответственность не только за ту технику, которую продаем, но и за ту, что уже отслужила свой срок и может нанести вред экологии, если ее выбросить. Поэтому предлагаем жителям города сдать старую технику, она будет правильно переработана во вторичное сырье. Взамен мы поможем сэкономить на покупке новой и дадим скидку. Заботьтесь о природе вместе с «Эльдорадо». В Рязани в разных районах города есть 5 магазинов «Эльдорадо», в которых к Новому году каждый найдет подарок по душе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».